День рождения на работе, в кругу друзей и поклонников. Известный самарский театральный режиссер Евгений Дробышев отметил 65-летний юбилей на сцене. За вклад в искусство мэтр получил от главы Самары Елены Лапушкиной благодарственное письмо и теплые слова поздравления. Секрет всех ваших достижений – это, прежде всего, конечно, большой и очень щедрый ваш талант. Это удивительная трудоспособность и трудолюбие, ну и, конечно, любовь к делу, которым вы занимаетесь. За все за это я хочу вам сказать огромное спасибо. За то, что вы всегда полны замыслов и идей. Что вы никогда не останавливаетесь на достигнутом и всегда видите перспективу. За этот замечательный театр «Самарская площадь», который давно и по праву стал одной из визитных карточек нашего города. Евгений Дробышев в профессии почти 40 лет и с самого основания возглавляет театр «Самарская площадь». Рассказывает, за это время удалось реализовать почти все мечты. Иногда постановки были революционными для восприятия местных театралов, но этим и запомнились неискушенным зрителям. Это был мой заказ. Мы с этого и начинали. То есть у нас была политика на сцене, у нас была эротика на сцене, потому что это был заказ такой, который он был из самого воздуха времени. Маэстро продолжает экспериментировать и на седьмом десятке. В свой день рождения Евгений Дробышев подарил самарской публике новый спектакль «Кавказский меловой круг» немецкого автора Бертольда Брехта. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.